Любовь Юрьевна, я хочу, чтобы мы с вами продолжили наш танец. Номером я очарована. И сразу хочу сказать, кого я узнала. Я узнала Глеба Матвейчука. Я узнала Наташеньку Подольскую. Я узнала Настеньку Макееву. И Витаса. Нет, не Витаса. Это ты мне подсказал. Это не Витас. Это... Я знаю, кто. Это наш дорогой гость из Прибалтики. Ричард Бусулис. Это Бусулис наш дорогой. Я хочу сказать, что, конечно, для нас, для всех группа «Абба». И это очарование мелодий группы «Абба» навевает самые приятные, самые чудные воспоминания нашей молодости, того какого -то невероятного обаяния, этой ауры музыкальной, которая всегда сопровождала эту чудесную группу. И я их хочу поздравить с Новым годом, с новым счастьем. И пусть чудные мелодии сопровождают вас не только следующий год, а всю вашу последующую творческую жизнь. Будьте счастливы. Кстати, а есть ли какие-нибудь у вас мелодии, песни новогодние, которые вы любите с детства? Я сейчас своему сыну пою «В лесу родилась елочка». Друзья мои, ну какой же праздник без «В лесу родилась елочка»? В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Зимой и летом стройная, зеленая была. Теперь она нарядная, на праздник нам пришла. И много-много радости детишкам принесла. И много-много радости детишкам принесла. Это наши звездные гости. Глеб Матвейчук, Наталья Подольская, Анастасия Макеева, Интерс Бусулис и красавица-фея Любовь Казарновская. С Новым годом!